настоящим. С вами Сява, и я максимально приветствую всех смотрящих. Это самое эпичное шоу боев Epic Fighting и его третий сезон. Вы долго ждали? Добро пожаловать! Все то, что будет сегодня происходить, снесет вам крышу. Мы готовы навалить трешатины мимо штанов, потому что то, что будет происходить сегодня здесь, в октагоне, вы не увидите абсолютно нигде. Вы готовы? Погнали! Иришка, Чики-Пики и Безумный Паша. Маджи, Николай Должанский! Елена Серкова! Человек-паук Супермен! Белый маг Винцеслав и черный маг Адони, ваши аплодисменты! Прежде чем мы начнем, я хочу поприветствовать своих соведущих, экс-участников проекта «Дома-2». Белый маг Винцеслав! Винцеслав Венгржановский! Один из самых эпатажных участников проекта «Дом-2». Создатель фразы «Врат мне куриные ноги» и главный недотрога эпикфайтинга. Венц раньше ухаживал за пожилой старушкой не для того, чтобы получить ее наследство, а для того, чтобы оставить себе ее золотой пиджак. В этом сезоне должен был подраться с Должанским, но получил травму и теперь залечивает свои раны на тепленьком, проперженном месте Стаса Борецкого. И черный маг, Кадони, ваши аплодисменты! Дайте шума! Влад Кадони! Самый популярный волшебник проекта «Дом-2». Потомственный экстрасенс и элегантный экстрасекс. Называет себя «черным магом». Не потому, что владеет магией, а потому, что долго сидел у костра на популярном проекте. Однажды заявил, что больше не хочет быть ведущим, но вернулся к микрофону, чтобы лично объявить бой главных плодов черной магии Иришки и Паши. Привет, народ! Зажжем! В этом выпуске вас ждут баталии эпических бойцов и очень красивых цыпочек, которых я буду ловить после съемок. Дрожите, сучки! Ты завелся, что-то, Винс, все нормально? Да! Мы, если что, отойдем. Далее вас ждет бой, который ждут все фанаты комиксов, ведь выяснять отношения будут Спайдермен и Супермен. Иришка, Чики-Пики и Безумный Паша продемонстрируют рюмочно-боевое искусство против лучшего бойца в мире во вселенной категории до 30 килограмм. Маджид! А в главном бою нас ждет битва двух мастеров спорта по сексу. Представитель тантрического секса и второй человек по популярности из «Дома-2» после меня, Николай Должанский. И уже состоявшаяся легенда «Epic Fighting», которая не знает, что такое пряник, но знает, что такое кнут. Елена Беркова! О, да, ребятки, будет максимально горячо сегодня, ведь это третий сезон эпичного шоу бойцов «Epic Fighting». Ну а перед началом этого крышесносного выпуска не забудьте поставить лайк, написать комментарий под видео и, конечно же, по традиции, колокольчик. Ребятки, помимо того, что у нас сегодня здесь самое дорогое лицо Кадони, которое стоит миллионы, у нас есть еще один человек, которого бы мы хотели представить, объявить, нашего любимого человека, главный комментатор Epic Fighting Championship. Голос, который вы могли слышать из любого кнопочного телефона. Под ваши бурные аплодисменты. Рамазан Алибекович Рабаданов! Рамазан Алибекович Рабаданов! Главный комментатор Epic Fighting Championship! А также золотая голосовая связка Дагестана! Если поставить его голос на будильник, то даже после пятничной тусовки встанешь на бодрячке! Ну и по всем правилам, в самом начале выпуска мы хотим поблагодарить нашего эпичного спонсора. Epic Fighting Championship благодарит за поддержку нашего официального партнера, компанию Alimbet. Получайте максимум положительных эмоций вместе с Alimbet. Если боишься лохануться и проиграть в первый же день, забудь Alimbet.
предлагает уникальную двойную акцию для новых игроков. Компания возвращает до 10 тысяч рублей на первое событие. А еще дарит бонус 500 рублей по промокоду EPIC. Получай максимум от игры вместе с Salimbet. Не сыкуй, регистрируйся и ставь на своих любимых бойцов или на кого по кайфу. Ну что, ребятки, вы готовы? Вы готовы к эпическим состязаниям наших невероятных космических бойцов? Прямо сейчас мы объявляем и приглашаем сюда в октагон нашу первую боевую пару. Александра Хитриченко против Никиты Литвинкова. Ваши бурные аплодисменты! Александра Хитриченко! Хрупкая, маленькая звездочка, успевшая покорить десяток российских телепроектов своим писклявым голоском. Успела даже засветиться на Поле чудес, где газанула на ведущего и обозвала его стариком. Пришла на эпик файтинг подобно маленькой принцессе, которая хочет подраться с уродливой ведьмой Литвинковым. Ее план на бой очень простой. Надавать лещей своему сопернику, чтобы хоть немного перебить его запах селедки между ног. Встречаем! Девочка, все будет хорошо. Пустышка знаешь, когда будет, Александра? Если вы подеретесь, и у тебя будет пустой рот без зубов. Девочка, не волнуйся, все будет хорошо. В красном углу ринга Никита Литвинков, 28 лет, город Королев. Никита Литвинков! Школьник, который прославился как главный кулинарный критик интернета. Сегодня это серьезный соперник для любого бойца. Ведь он единственный мужик, кто смог одолеть каблуки и корсет. Когда он проходит мимо бабушек на лавочке, одни кричат «Наркоман!», а другие «Проститутка!». Сходу принял вызов звезды российских телешоу Саши Хитриченко. Намерен в октагоне вывернуть эту малявку наизнанку, чтобы узнать, кто там постоянно пищит. Никита Литвинков, встречаем бурными аплодисментами! Ну что, ребятки, если вы готовы, то мы максимально заряжены. Бойцы, в середину октагона и приглашаем нашего рефери Гимли. Порви его! Где его? Брось его! Бойцы, у вас есть 3 раунда по 2 минуты. Локтями в партере не работаем. В голову тоже. Колени разрешены, в партере нет. По углам. Как мы не выплевываем? Выбей в него все, что у тебя есть. Все злое, все любое. Судья готов? Судья готов? Судья готов? Бойцы, готово? Готов? Бой! Так, дорогие друзья, по вашим многочисленным просьбам, по требованиям начинается следующее чудесное событие. Такие люди могут только здесь встретиться. Что здесь происходит? Никита Литвинов, знаменитый мем, который впитался вкусным чаем, он чуть-чуть поправился. И вот внизу девочка Пискун во всех передачах участвует. Что здесь происходит, непонятно. Слишком легкая судья, что... Головой вниз, слэдится. Поэтому здесь ставки не принимать. Никакой олимпиад, никакие ставки здесь не принимать, потому что неизвестно, кто выиграл, кто проиграл, ничего есть. И вот, наконец! Наконец-то! Девочка...
Уважаемые друзья, что хорошо в этих событиях Epic Fighting. Вам не нужно переживать, вам не нужно плакать, вам не нужно беспокоиться о том, что здесь произойдет какое-нибудь смертоубийство и кровь. Ничего такого не бывает. Действительно, есть стремление к победе, но нет понятия, как это сделать. Вот поэтому посмотри на них. Напоминаю, дорогие друзья, это третий сезон Epic Fighting. На ваших экранах Александр Хитриченко и Никита Литвинов. Первый раунд. Пока непонятно, в каком смысле, что хочет сделать Никита. Тем не менее, ему подобрали достойного соперника, который участвует во многих шоу на телевидении. Животом хочу огордеть, я уничтожить. Оттолкнут. Ну, видишь, дорогие друзья, Никита, он чуть-чуть... Раунд закончился. Литвинков в первом раунде заставил эту крохотулю оценивать свой педикюр, а заодно проверил целомудрие Александры. Хитриченко не вынесла подмышечный запах Литвинкова и попыталась слиться с боя. Литвинков подумал, что Саша — это маленькая гитара, и сыграл на ней как настоящий рокер. Так, звоните мне отложку. Кажется, этот павлин явно поехал кукухой. Смотри, отходишь. Бам, резко ему и повторил, бам еще. Прям бери локтем, чем угодно, локоть, за волосы, схвати его за волосы. Кинь на себя колено. Можно? Можно? Тебе можно. Все, секунданты, на выход. Ну что ж, получив сильнейшую поддержку болельщиков, Александр Хитриченко собирается на второй раунд. Литвиненко Никита. Уже понял, видимо, после всех этих приключений первого раунда, какой-нибудь план у него может возникнуть. Если нет, вы подскажите. Ну-ка, Саша Александров, посмотрите, что предпринимает. Она следит за его ногами. Для первого боя, дорогие друзья, это для как бы разгона нормально пойдет. О, что это такое? Никита говорит, все, я ничего не могу делать дальше. В пределах этикета женщину я не могу идти дальше, потому что вы на меня смотрите. Александра наконец пошла. Мощнейшие удары, кикбоксерские, различные методы. Что-то куда не применила она, не применила. Но Никита... Опа! Вот теперь Никита разбужен. Вот теперь Никита встает. Мощнейший удар. Град удару он наносит Александре. Александра защищается. Судья говорит, что-то не то. Ты отказываешься продолжать бой? Тебе говорят, двоих что ли подобрать? Чем ты недоволен? Нормально, все есть. Это уже не испанский, а техасский стыд. Гляньте, как Литвинков завалил бычка, а потом устроил родео. К концу раунда непонятный Литвинков получил по капусте, по морковке и по яблокам с ананасами. И вообще он меня бесит. Путем отказа бойца из синего угла побеждает боец из красного угла. Никита Литвинков! Для Александра, мы тебя поддерживаем. Так или иначе, ты молодец. Маленькая, хрупкая девочка вышла против вот этого Борова. Скажи, как бой? Почему отказалась? Ну, потому что я его не уважаю, я не хочу с придурками драться. Он как баба-истеричка. Ну, как бы я чувствую в себе силы, я пару раз ему хорошенько надавала. Вот как бы себя показала, я люблю зрителей, публику, мои камеры. А как бы кровища, выбивать челюсть мне это, ну, не нужно. Воу, что происходит? Тихо. Ты кто такой? Моя подруга, ты чё? Ел борщ с капустой, но не красный. Так, ну здесь, мне кажется, надо помочь, эй. Наступает батарея, хорош. Неожиданно причем. Что происходит? Что происходит? Кто это? Тихо, разнимайте. Опять 25 тысяч охрана. Чем занимается охрана? Выскочил. Что это вообще было сейчас? Оказывается, у Александра есть такие поклонники. Поклонники у Александра. Ня, из-под коня это было. Я не знаю, что это было. Перепудал какой-то тут. Плетется. Это, значит, это штаба. Это, Иваныч. Саша. Каково было тебе драться с маленькой хрупкой девочкой, такому Борову? Не такие метели вылетели. Баба всякая. Рахманинова. Все, давай.
Подожди, в любом случае, ты сегодня победитель, так или иначе, как бы то ни было, мы обязаны тебя поздравить с этим делом. Это был твой дебют, первый твой бой. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. Что тебя сподвигло биться с мужчиной? Я вызвала его на дуэль для того, чтобы хайпануть и на нем заработать кучу просмотров. Вот у этого придурка на капусте 16 миллионов просмотров. У меня есть творческие номера, где я хожу в шаурме с капустой. Ну, как бы не особо. Хорошо, но он же тебя прям, ну, руками, ногами. Ну, и я его так же. Но я поступила достойно и сказала, что я просто не хочу. Мой дорогой, давайте так, от любви до ненависти один шаг. Знаете такую поговорку? Мне кажется, в конце вы должны как минимум переспать. Как на это смотришь? Я готов. И ребята будут счастливы. 100 пудов. Слава богу, без нас. Отлично! И выноси ее! Мы ее поздравляем! На самом деле, так или иначе, Никита Литвинков стал победителем этого боя. Мы их провожаем под ваши аплодисменты. И двигаемся дальше! Я отказалась от игры, потому что я не хочу драться с Никитой Литвинковым. Я набила ему по морде, положила на спину. Мне этого достаточно для моего личного самоутверждения. Отбивать себя либо его в кровь, ну, мне это не нужно. Зачем мне это мясо и фарш? Живем на потребу публики. Я старался. Вот, а это травоядное. Ну ничего. Заваривай чаек и открывай ВК-видео. Epic Fighting Championship уже там. Горячие конференции третьего сезона и красочные бои наших мастеров теперь не только на Ютубе. Оставайся с нами и обязательно подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте. Смотрите ВК-видео. ВК-видео – это только яркие спортивные трансляции, шоу любимых блогеров, фильмы и сериалы бесплатно на всех устройствах. А в следующем бою мы, наконец, ответим на вопрос, который мы задаем себе с самого детства. Кто из легендарных персонажей сильнее? Человек-паук или Супермен? Да ну на, в натуре! Это будет интересно и как минимум 100% эпично. Легендарнейший супергерой, который не успел спасти Гвен Стейси, но не отчаялся и замутил с Мэри Джейн. Умеет пускать паутину не только из рук, но готов наказать Супермена и доказать всем, что он по праву является сильнейшим героем комиксов. Встречайте, Человек-паук вашего! Аплодисменты! Ну а в красном углу у нас Супермен. Его фирменный прием – это стоять с каменным лицом, поджав руки и груди, и ждать, пока человечество рассыплется, чтобы потом начать его спасать. Подняв правую руку вверх, начинает летать, но однажды сломав ее, был невыездным в течение 6 месяцев. Главное его преимущество перед Человеком-пауком – это его плащ, ведь в случае поражения под ним можно скрыть свои слезы. Встречаем! Супермен! Наш рефери Гимли приглашает супергероев в середину октагона. Бойцы, на середину. Ребят, вы профессионалы. Правила знаете. У вас есть 3 раунда по 2 минуты. Локти в этом бою запрещены. По углам. У вас руки, ноги, партера нет. Рефери готов? Рефери готов? Рефери готов. Боец готов? Боец готов? Бой!
Итак, дорогие друзья, такого не было, не будет, если будет, вы еще никогда не увидите, потому что только здесь, на Epic Fighting, могут встретиться Спайдерман и Супермен. Спайдерман – это человек, который спас... Ого-го, они очень сильные физически, дорогие друзья, это... Хотя они фактически одели ударами, они владеют. Это уже спортсмены, это уже не чики-пики, это не хитрая наша, хитрая Александра или Твину Никита, это другие ребята уже, да, смотри, здесь уже напряжение, дорогие друзья. Здесь уже те люди, которые хотят силовую борьбу, силовую сопротивление, соревнование. Вот сейчас вы можете увидеть, какую красоту спортсмен Спайдерман оказывается сильнее. Но по жизни, конечно, вы знаете, что человек в плаще это Супермен, он старше и железная внутренняя сила у него. Но в данный момент на Epic Fighting все очень уравнены их шансы. Поэтому давайте следить, кто выиграет. О, ой. Ну, по первым моим впечатлениям, Человек-паук сильнее, чем Супермен. Потому что он один бросок уже сделал. Первый раунд, 2 минуты. Ох, какой разворотом Супермен бьет. Плащ ему мешает. Надо ему придумать такую вещь, чтобы плащом он мог закрыть лицо своего соперника и потом дать ему по башке, сколько влезет. Но пока что он своим преимуществом плащом не воспользовался. А у Спайдермана с этим костюмом воспользоваться невозможно. Да, можно ему глаза закрыть плащом. Так, один технический вариант хороший есть у Супермена. Он с разворота шайтан удар ногой хороший делает. Вот это да! Шайтан удар ногой только сказал, шайтан удар рукой сделал Спайдерман и достал очень конкретно. Давай еще, Локи пойдет, Локи это. Ну, как будто на боях без правил, дорогие друзья. Уже у меня температура даже поднимается, смотри. О-о-о, вот бойцы. Это да. Не знаю, оператор снял или нет, такой разворот. Я не знаю, что за человек, как фамилия этого спортсмена. Я вам скажу, он одетый Спайдермана под этим костюмом. Что мы видим, народ? Два бухих аниматора решили выяснить, кто из них самый сильный на Арбате. Уу, после такого удара человеку из стали придется раскошелиться еще и на стальную челюсть. Человек-паук хотел уничтожить Супермена, но поскользнулся на соплях Литвинкова. Секунда, на выход. Давай. Сучка. Сам работай. Продолжаем! Судья! 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 Боец готов! Боец готов! Бой! Итак, второй раунд этого потрясающего поединка между Суперменом и Спайдерменом. Супермен в плаще, Спайдермен со своей одеждой. Супермен достал один. Это очень сильный силовой поединок, уважаемые друзья. Внимательно наблюдайте, что Спайдерман, кажется, сам начал уходить. Оп, теперь Спайдерман превратился в обычного человека. Он закрывает свои глаза, не хочет, он показывает, кто он такой. Потому что как только видно, покажется его лицо, все узнают, что он великий спортсмен и придется с ним по-другому. Теперь, наконец, справедливость восстановлена. Одежда, весь прикид, наряд Спайдермана на месте. А плащ так до сих пор и не упал у Супермена. Второй раунд из 3 по 2 минуты. Ого! Это кто такой? Это что за черт? Он против двоих. Плащ! Опять охрана. Они друг другу помогать, что ли, начали? Что он хочет? Против кого он идет? Пожалели его Супермен. Хотел удар нанес. Болевой как? Кто он? Это кто? Карлсон, что ли? Третий герой мультфильмов. Супермен и Спайдермен здесь они. Судья! Куда, дружище? Куда? Какие-то, да. Какие только зрители не будут. Он тоже в маске. Желтая маска у него. Все. Готов? Ну, сейчас поймем, наверное, может быть, после второго раунда. Сколько минут прошло? Сколько секунд? Так, поединок, второй раунд продолжается между Суперменом и Спайдерменом. Человек-паук, который спас нас от антиземли. Супергерой, любимый. 13 сериалов про него снято. Но Супермен – это вообще супергерой, дорогие друзья. После 60-х годов, после полета Гагарина, он стал знаменитым. Сейчас он свой плащ не одел. Он понял, что ему применить его невозможно.
И он сейчас более в выигрышном положении. Почему? Потому что он все видит, глаза открыты, а Спайдермана глаза закрыты. Не весь обзор ему открывается, и он может проиграть. Опа, не понял. Все, Спайдерман очень силен. Спайдерман, Супермен уже начинает защищаться, или это его технический какой-то ход. Все. Бой закончен. Судья останавливает поединок. Супермен чешет свою голову. Не надо было. Без плаща ты вообще оказался не суперменом. Остановил. Что здесь? Продолжается поединок. 30 секунд, работаем. Концовка второго раунда. О, слушай, слишком. У Спайдермана слишком сильный удар, и он и во втором раунде явно доминировал. О-хо-хо! Натуральный Спайдермен. Натуральный, да, на самом деле. Сколько тестостерона выплескивает Супермен! Походу, у него давно не было чудо-женщины. Чё, блин, происходит? Это уже не бой, а супергеройский тройничок какой-то! Заметьте, Человек-паук бьет кулаками и не использует свою паутину, так как потратил ее, когда подглядывал за Берковой в гримерке. Ну а прямо сейчас, ребятки, мы объявляем нашего победителя. Победитель нокаутов, боец из синего угла, Человек-паук. Я один не согласен, да, что Супермен победил. Ты мне скажи, пожалуйста, с детства болел за тебя. Как тебя паук-то уделал? Какое-то у него паучье чутье некое присутствовало. Видимо, у него был план, и он его придерживался. Поаплодируйте Супермену! Спасибо, приходи в себя. Человек-паук, я всегда верил, что ты победишь. Потому что совмещение людей и пауков приводит к победе. Ты сам верил, что выиграешь? Да, конечно. Если бы я не был уверен, я бы не вышел бы сюда. То есть человек и паук сильнее просто суперчеловека? Конечно. Вы же все видели только что. Давайте мне Бэтмена, давайте. Не боишься Бэтмена? Нет. А если, ну, допустим, Халк против тебя выйдет? Вес он, если сделает, я готов. Мини-Халк, боюсь, не сделает вес. Он у него какой есть, он такой и останется. Ты видел мини-Халка нашего? Конечно, да, видел. Я с ним готов с одной рукой, брат. Ну, короче, чё, брат, мы тебя поздравляем. Человек-паук, эти аплодисменты тебе, эти лайки и комментарии Человеку-пауку специально для тебя, родной. Это Epic Fighting Championship, 3-й сезон. Супергерой, ваши аплодисменты! В этот раз не удалось, но в следующий раз обязательно покажу и супергероям, и не супергероям. Совсем готов выйти. Всех из вселенной Марвела готов победить, побиться здесь, в этом октагоне с Халком. Но только не с Мини. Твоя бабушка шила этот костюм, урод. Бой прошел классно, все нормально. Я держал дистанцию, двигался хорошо. Чуть кислорода не хватало, но я уже привык. Я урою всех. У Alimbet есть бонусный клуб. И первое правило бонусного клуба – все должны знать про него. Поэтому бери смартфон, вступай в бонусный клуб Alimbet и каждый месяц получай фрибеты, деньги на счет и кэшбэк до 20%. Бонусный клуб Alimbet – самая щедрая программа лояльности для тех, кому всегда мало. Впереди нас ждет 100 главное событие вечера. Бой, который мы так долго ждали. Двое против одного. Иришка Чики-Пики и Безумный Паша. Иришка Чики-Пики и Безумный Паша. Непробиваемые чемпионы легендарного промоушена. Основатели стиля «Удар с бодуна» и самая крепкая полусладкая пара эпик-файтинга. Все Хакаси знает этих влюбленных голубков. В подъездах часто пишут: «Паша плюс Иришка равно в говно». В прошлых сезонах дрались поодиночке и ломали свои кулаки об опытных бойцов. Безумный Паша сражался до последней капли спирта с королем помоек Штребухом. А его возлюбленная Иришка боролась с великими Берковой и Малибу.
Им не важно, кто против них выходит в октагон. Ведь, как говорится, лучше маджит в руках, чем журавль в небе. Объединившись вместе, намерены плечом к плечу отстоять честь своей семьи и поставить маджида в угол за плохое поведение. Иришка, Чики-Пики и безумный Паша, под ваши аплодисменты встречаем! Приглашаю бойца в красный угол. Маджид Сулейманов. Непобедимый боец весовой категории до 30 килограммов. В прошлом сезоне выбил из Иришки Чики-Пики всю синьку, чем разозлил безумного Пашу. На этот раз выходит в октагон сразу против двоих хакасских алканавтов. Намерен раз и навсегда избавить мир от этих ходячих антисептиков. Маджид, встречаем! Бойцы, проходим в середину октагона. Бойцы, на середину. У вас есть 3 раунда по 2 минуты. В этом бою локти запрещены, борьба разрешена. По углам можешь подать руки. А почему ему по углам? Рефери готов? Готов, рефери? Рефери, боец, готов? Готовы? Бой! Друзья, живые легенды эпик файтинга. Чики-Пики и ее муж. И Маджид знаменитый. Он все целил, все нормально, у него только ноги короткие. 2 человека, Чики-Пики. И Паша безумный. И один Маджид. Маленький Маджид, храбрый, жестокий Маджид, который 2 женщин уже победил здесь. 3 легенды в одном клубе сплелись, и непонятно, где находится Маджид. Нам кажется, что Маджид на нас смотрит обратной стороной. И верхний тоже на нас смотрит. Чики-пики снизу. О. Он решил оставить Чики-пики в запас. Пошел с Пашу. Ну, на Пашу болевой не действует, дорогие друзья. 40-градусный возлияние прекратили его болевую чувствительность. Ах, Чики-пики довольны. Так что, возможно, Маджид договорился с Чики-пики делать ассалам-алейкум. Но здесь, видимо, Паша портит ее. О, это кто такой? Эй, давай, это кто за этот? Какой-то более чики-пики. И так маленький. О-хо-хо! Чики-пики! Я думал, есть какая-то договоренность. Никакой договоренности нет. Она хочет с Пашей остаться. Никакой Маджид ему и его с Асалмайком не нужны. Поединок продолжается. Мощнейший поединок. Судья следит. Не знает, что оценивает. Там 3 одновременно силовых болевых. 4 болевых ногами, руками и шеей. Паша бедный все время снизу. Над ним 2 человека. Неизвестно, что там, кого держит. Чики-пики. Время, время, время. По углам, бойцы, по углам. По углам. Бойцы в синий угол. Паша и Иришка снова вернулись в эту клетку. И сходу начали драться друг с другом за полторашку нефильтрованного.
Но Маджид не намерен слушать эти бухие разговоры о политике и решил оторвать пропитую башку безумного Паши. Иришка применила стиль «Вонючая нога» и призвала дух Гогена. Но ничего не вышло. Гогенчик получил бубенчик. Эпик файтинг для тех, кто любит просто отдохнуть вечером, а от души сидеть за телевизором, наслаждаться этими. Гол идет на поддержку Паше Безумному и Чики-Пики. На той стороне они стоят. Так, что здесь делает? Какую-то травму получил Маджид. Маджид! Как бы, да? Давай, давай. Так, там нормально еще бойцы, да, здоровье? Нормально все. Хорошо. Паша Безумный, Чики-Пики вдвоем против красного угла Маджид. Готов. Великий. Готов. Готовы. Бой. Пошло, поехало. Первым в атаку пошел Паша. Ничего не добился. Маджид уходит. Он слишком мелкий для его ударов. Они в воздухе пролетают все их удары. Чики-Пики подоспела на помощь. Она смотрит сверху, содрат трусы или не содрат. Она ей нельзя, судья говорит, трусы не надо. Не спеши. Потом ночью садись где-нибудь там. Чики, смотри, какая страшная женщина. Ногами что делает? Сейчас как бы по своему мужу она не попала. Стоп, опусти. Страшно яростном захвате Паша держал соперника. Вдруг выскакивает оттуда Маджид, говорит, ты куда мне за меня ногами? Он вас так ногами не делаем. Ногами не бьем в партере. Understand, поняли? Руками. В партере ногами не бьем. Нельзя, запрещено правилами. Поняли меня? Иначе он не бьет. Еще раз такое сделаете, я сниму с боя, ясно? Сядь, пожалуйста, к своему стендану. Ну, походи вдоль, пожалуйста, там. Тихо, стоп. Тихо, ребят. Тихо. Не взрывай. Тихо пока. Тихо, тихо. Боец, боец. Маджид, успокойся чуть-чуть. Сейчас начнем. Так, бойцы, держим себя в руках. Бойцы, мы остановили бой, у нас пауза. Сейчас подеретесь, не переживайте. Паша, подожди, пожалуйста. Паша, успокойся. Сейчас мы скажем бой, и вы начнете драться. Ирина, готова? Нужно будет продолжать. Окей, ты готов? Погнали! Второй раунд. Разъяренные, наконец-то их где-то за пределами удалось помирить, наверное. Пошел вперед, Маджид! Паша Безумный внизу. Чики-пики примеривается, что делать? Идти в атаку или не идти? Медленно выбирает, на чью сторону становится. Бьет, бьет Маджида, сверху ложится. И теперь обратно к тройственный клубок на арене Эпик Файтинга. Кто-то там сдается или бьет, непонятно. Судья подходит. Чики говорит, вставай. Одним пальцем отбрасывает Маджида судья Гимли. Бойцы готовы? Готов. Продолжаем. Жена ругается на Пашу. Что такое, говорит? Что ты его, что ли, не можешь? Нафига ты мне нужен, если его не победишь? А ну-ка иди, я даже вмешиваться не буду. Сделай его. Маджид пошел вперед. Кстати, между прочим, у Паши нету капы, дорогие. Все думали, что Маджид все равно кап не достанет до зубов. Но теперь выясняется, что Чики-Пики стоят в стороне. Не удержалась, пошла на помощь Паше Безумному. Делает болевой прием Маджиду. Маджид делает болевой прием в руке Паши. Паша делает болевой прием на шею Маджида. И вдруг клубок некому расцепить. Время может время! Заканчивается. Раунд закончен. Время. По углам. Ярус Маджида останавливает судья. Поговаривают, что Иришка и Паша ждут ребеночка. Вот решили потренироваться и научиться менять памперсы. Как будто мелкий пришел со школы и увидел мамку с новым папкой. Маджид исполнил прием «Бросок с небоскреба», но Паша выжил! Так-то, что мертво умереть не может. Иришка и Паша до победного конца отстаивают плечом к плечу семейные ценности. Вот что значит опьянеть от любви. Маджид!
Да, это только мусульки, да, ваши. Не ведись на это, орёт, не ведись на это. Бей его, Паша! Судья на месте! Судья готов! Судья готов! Бойцы готовы! Паш, готов! Ты готов? Третий решающий раунд легендарных участников эпик файтинга Паша Безумный Мажит. Не бьем. Как всегда, дама стоит на стороне и ждет, кто победит. Ногами не бьет. И ринулась она вперед. Вот она медленно, решительно выбрав себе одного из них, идет вперед. О-хо-хо, она по-прежнему поклонница своего Паши Безумного и начинает атаковать Мажида. Хочет ему сделать болевой. Вырывает, отрывает его от своего мужа, но оторванный он оказался стоящим. Маш, давай, вставай, выходи оттуда, Мажид. Да, хинкал, что ли, делает? Чики-пики из спины Мажида. Мажид сверху. Мажид крепко вцепился, впился в Пашу. Паша как-то успокоился. Эта позиция ему нравится, что ли? Уважаемые друзья, два человека одного победить не могут. Не могут. Один внизу, один свободный. Такие мощные удары. Мощные удары. Явно видно. Устала. Отряхнула своими руками чики-пики. Не смогла помочь мужу. Муж умирает. Она сдирает трусы своего соперника. Я ему уже ей говорил втором раунде, что не спеши. Пока что неизвестен победитель. Неизвестен. Маджид, готов? Ты что, не видишь затылок? Затылок тебе не прилетал, тебе в бок. Прилетал затылок. Технический перерыв объявляет судья. Какие болельщики у чики-пики. Все, продолжай, никакой воды, продолжай. И Паши Безумного. Бойцы, продолжай. Главный, конечно, их не бригадир Алканавта, монгол там стоит, что-то управляет. Опять та же самая ситуация. Дорогие друзья, очень сильный размашистый удар у Мажида. Этим он не может ничего сделать. По-прежнему позиции Паша внизу, сверху Мажид. И дубасящая чики-пики наверху, позиции повторяется. Так, позвоночник не бьем. Позвоночник не бьем. Бок бей. Затылок тоже не бьем. Затылок не бьем. Затылок не бьем. Затылок нельзя. Затылок нельзя. Челюсть вперед. Локтями нельзя. 10 секунд. Бой идет в основном между мужчинами. Изредка отдохнувшая чики-пики подходит и бьет по заднице Мажида. В третьем раунде Иришка, посмотрев на Маджида, решила сходить по-маленькому и оставила Пашу в одиночку получать по синей дыне. Теперь Паша должен быть доволен. Наконец-то ему дало в голову. Иришка сходила, похмелилась и снова готова брагозить и защищать любимку. К концу боя Ирку сильно накрыло. Ей причудилось, что Маджид — это ларек, который закрылся раньше времени. У Alimbet есть бонусный клуб. И первое правило бонусного клуба — все должны знать про него. Поэтому бери смартфон, вступай в бонусный клуб Alimbet и каждый месяц получай фрибеты, деньги на счет и кэшбэк до 20%. Бонусный клуб Alimbet – самая щедрая программа лояльности для тех, кому всегда мало. Бойцы, на середину. Друзья, ну это была максимально эпичная схватка, ребят. Вы сами все видели. Сейчас мы с вами пообщаемся с бойцами. А перед этим мы объявим победителя. Боец красного угла, подойди, пожалуйста, к нам. Итак... Передаю слово рефери и объявляем победителя. Решением судей победил боец из красного угла. Ваши аплодисменты! А ну-ка скажи, вы не согласны с этим решением, да? Нет, безусловно. Расскажи мне ход событий, ход битвы.
Да. Ну я взял нам душе, Илька добивала. А чё бы нет-то? Нет, вы все четко делали. Удар-то... Не выигрываем, значит мы больше не едем. Вот и все, Сява, хочешь, выходи сам. Подождите, ребят. То есть, подождите, вы вдвоем лупили одного, и вы еще умудряетесь обижаться? Я вообще поражаюсь просто. Иришка, ты можешь мне сказать... Нет. Так решили судьи. Так решили судьи. Да? А я кто? А ты кто? Пальто, что ли? Ребята, давайте поддержим максимально Иришку Чики-Пики и Пашу Безумного. Это наши любимые герои. Как бы то сейчас ни произошло, но в любом случае мы их любим. Это наши главные суперзвезды. Давайте аплодисменты, дадим им максимальные лайки и комментарии для них, ребят. Ну что, я поздравляю тебя с победой. Спасибо. Готов ли ты еще к одному матчу со своими противниками, если они поменяют решение? Если 1-1 выйдут, я выйду. Давай вообще разберемся. Как я чисто, я так скажу, дай микрофон мне. Я готов был драться без перчаток, то есть бинтах. Пускай бинтах дадут или поменьше перчатки. А так бы, я просто ее бить не хотел, вы сами все видели. Я не могу девушку ударить. А если выйдет именно он один, то он бы уже давно на 10 секунде лег бы. Ваши аплодисменты нашему победителю. Маджид, мы провожаем тебя с победой! Заваривай чаек и открывай ВК-видео. Epic Fighting Championship уже там. Горячие конференции третьего сезона и красочные бои наших мастеров теперь не только на Ютубе. Оставайся с нами и обязательно подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте. Смотрите ВК-видео. ВК-видео – это только яркие спортивные трансляции, шоу любимых блогеров, фильмы и сериалы бесплатно на всех устройствах. Что творится, друзья? Что происходит? Это третий сезон Epic Fighting, и мы с вами вот таким вот способом, красочным, максимально яркими боями подходим к главному бою. Пришло время главного события вечера. Битва двух представителей сексуальной индустрии и просто два красивых человека, которые порадуют и украсят этот вечер и весь мир своим легендарным поединком. Итак, встречайте в синем углу Николай Должанский. Здорово всем спортсменам. Я Колян Должанский. Специально перед этим боем я решил тренироваться в родных местах. В этих местах не раз чпкали мою соперницу Лену Беркову. И я решил тренироваться здесь, потому что, вероятно, именно здесь я найду ответ на вопрос, как ее завалить и как ее победить. У меня должен был быть бой с Винцесловым. Но этот попугай в золотом костюме струсил. Говорят даже, что за***л. Поэтому у меня будет бой с Ленкой Берковой. Это та девчонка, которая кричала: «Давай поглубже, давай поглубже». Клянусь, скоро бой, физкульт-привет. Я тебя отправлю в самый глубокий нокаут. Чтобы победить Беркову, надо мыслить, как Беркова. Беркова привыкла прыгать на мужиках, возвышаться над ними. В этом бою я буду прыгать на ее щитках до тех пор, пока она три раза не постучит по ковру и не сдастся. Ну, Беркова, держись. Это сейчас еще будет только тренировка. Вот тебе армрестлинг, а вот тебе, Беркова, кулачный бой. И это начало только, Беркова, это тренировочка, Беркова. В октагоне будет тяжелее. Ну, Беркова, погоди. Многие мужчины знают, какой у Берковой огромный внутренний мир. Мне тоже нужно проникнуть в нее. Для того, чтобы понять, как она мыслит во время боя. Поэтому именно здесь, в шале любви, я войду в нее тантрически. Беркова! Беркова!
Елену Сергеевну! Товарищ Меркова! Елена Сергеевна! Ну что, Меркова, я уже тебя засадил по самые пизды. После боя твою шкуру заберу себе и у себя дома возле шконки постелю. Поняла? Над Берковой в октагоне буду сидеть на троне. Пули в моем патроне. В том патроне, где спиртозоидов кроме нет ничего в наеме. Берковой в октагоне, словно в дурдоме. Ползать придется раком. Не тем зодиака раком, что с девой сошелся браком, а тем раком, что кверху с раком. Вот что с Берковой можно сделать в октагоне. Беркова идет без поражений. Соперник она туда-сюда, в буквальном смысле этого слова. Я думаю, остановить ее получится. Беркова, все равно ты ниже меня, потому что я с хедлайнером «Дома-2», а ты мечтала об этом. Ну, у тебя не получилось, Беркова. Да не получится у тебя и в октагоне. Поняла, Беркова? Я в Николая верю. Он самый сильный, самый лучший, самый дерзкий, самый боевой. Здесь начиналась наша история любви. Беркова Ленка, есть такая темка. Что это твой последний эпик? Дальше будет делать нефиг. Дальше будет только п***но. И кувыркаться там надо будет задорно. Вынесу тебя в нокаут, к чертям на раут. Будет твой последний октагон. А потом все как раньше. Съемки, партнеры, дом. Ребята, вопрос о том, кто сильнее, Беркова или Венцеслав, это вопрос пустой, по сути, потому что оба они лохи. Как на «Доме-2» ты никем не стала, так ты и на «Эпике» никем не станешь. А стану я вместо тебя хедлайнером и там, и там, и там, и сям. Поэтому, Беркова, гляди внимательно. Николаю я хочу пожелать только победы. Николай, она дикая кошечка, поэтому берегись ее. Брат, мы с тобой. У Коли все нормально, и с техникой, и с ударами. Пару раз он меня втащил справа, слева. Елена, хорошо, подготовься. Коля очень опасный. Очень. Уф. После такой тренировки мне нужен кислород рот в рот. Беркова, готовься! Я лечу на этой большой ракете в твой огромный ктор. Николай Должанский! Встречаем! В красном углу ринга Елена Беркова, 37 лет, город Мурманск. Ох, сейчас. Одну минуту. Хочу надышаться этим прекрасным сочинским воздухом. А то в ринге-то будет пахнуть потным пенсионером. Я снова на Эпик Файтинге. Сразу ли я согласилась принять участие в новом сезоне? Думали они, кого найти мне в соперники, кто осмелится и согласится выйти против меня. Должанский Николай! Мне-то чего думать? Я только жду следующих вариантов, кого бы еще отбить. Я непобежденная звезда этого проекта. Еще никто не дожил до третьего раунда. Всегда это досрочная победа. Помните об этом. Слабые стороны Должанского? Я рэпер, я читаю рэп. И верх, и низ тоже слабый. Вы видели Должанского? Нашему бою может помешать старик Николая? И будет ли это для меня проблемой? Старик
никогда не был для меня проблемой. Не будет ли это проблемой для него? Вот в чем вопрос. Если ты думаешь, что я буду извиваться перед тобой, как змея, ты ошибаешься. Я просто разобью твое лицо, и ты захлебнешься в собственной крови. Ничто так не ослабляет женщину. Опасность. Ты уже 50 лет душишь своего маленького ужика. Ты бы остановился и попросил свою подружку, чтобы она его приласкала. А если она не умеет обращаться со змейками, то я могу ей преподать бесплатный мастер-класс. Я просто топну, и ты треснешь. Я раздавлю тебя. Вот так. Просто хлопну резинкой от трусов. И ты рассыпешься. Понял, Должанский? Вот так надо тренироваться. И не важно, кто против вас. Именитый спортсмен или лысый гремлин. Хотя к этому бою я, конечно, могла и не тренироваться. Потому что я давно в топе, а Николай на дне. И это я вам сейчас докажу. Я уверена на 100%, что Должанский дерево не только в постели, но и в ринге. Поэтому сегодня я решила поотрабатывать свои удары именно здесь. Сегодня мы на квадриках. И это будет эпично. Коля, запомни, это лучший день в твоей жизни. Оторвемся по полной! У-ху! Ну что, Коленька, это только маленькая часть того, что ждет тебя в октагоне. Привыкай, в октагоне будет больнее. Коля, готовь ведро. Туда будет сливаться твоя кровь, сыпаться зубы и оставшиеся волосы. Я иду за тобой медленно, потому что скорость мне даже не понадобится. Я просто дуну, и ты лопнешь. Настоящая Клеопатра. Эпик файтинг. Встречаем! Елена Беркова! Так, ну что, бойцы, мы приглашаем вас в середину октагона и даем слово рефери. Бойцы, приветствую. У вас есть 3 раунда по 2 минуты, правила ММА. Локти у нас будут в партере и в стойке запрещены. Коленями в голову только в стойке. Можете пожать руки по углам. Коля, думай про бой, про бой, про бой, про бой. Рефери готов? Рефери готов? Готов! Боец готов! Зрители, напряжение! На ринге 2 гиганта секса, тантрического и тихого. Елена Беркова, филигранно отточенная фигура, бесподобная красавица. Ни одно поражение, без поражений на всех картах. И против него новый человек на эпик-файтинге, Николай Должанский. Дорогие друзья, Должанский
Вот у него танец здесь, на одной ноге он танцует. Непонятно, кто здесь выиграет. Он что, я даже когда они заходили и смотрел, он сексуально на нее смотрит или боевой взгляд у него. И вот теперь они встретились в первом раунде. Его мощно атакует Елена Беркова без остановки. Иногда лишь применяет ноги. Толстый жировой слой. Николая ударили, Елена не находили. И вдруг он применил какой-то тайный прием, и Елена убежала. Не знаю, как Николай хочет победить. Вот, теперь он два шага сделал навстречу. Даже вышел к центру ринга. Ну-ка, давай, 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 давай. В партер, да, конечно. Мужчина должен идти в партер сразу. Ох, пронесло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Должонский не ожидал такого напора. Судя по всему, это самая жесткая пушка в его жизни. Эх, Коля, Коля, зря ты так быстро сдаешься. Лена свирепеет, когда сталкивается со скорострелами. У Должонского в этом раунде не поднимается рука на женщину, зато поднимается кое-что другое. Правда, Лену этим не удивишь. Лучше ее нету и не будет. Может, будет, ищут. Он-то стоит, он принимает просто. Пользуйся моментом, где он закрывается. Только закрылся, ты бах, еще раз туда же. Время. Данте, на выход! Начинается второй раунд завершающего поединка сегодняшнего дня. На ваших экранах Николай Должанский и Елена Беркова. Судья готов. Второй раунд. Готово. Из трех по две минуты. Герои тантрического секса Николай Должанский и скромная, тихая Елена Беркова. Ну, какие удары! Ну, защищается! Защищается Николай! Иногда правую руку тоже выбрасывает. И, по крайней мере, мы замечаем, что он в центре ринга. Центр захватил Николай. Беркова сейчас уже будет бояться. Смотрите, что никак непредсказуемый поединок. Второй раунд эпик файтинга. Дорогие друзья, сегодня четвертый бой. Три боя вы видели с участием женщин. Девушки участвовали. Кроме Спайдермена и Супермена, остальных участвовали девушки. Сегодня у нас женский карт получился. Большая часть женский карт. Ну, я думаю, кто смотрит, вы довольны этими поединками. В каждом поединке было что-то интересное. Там, по крайней мере, Литвинов хорошо поборолся против Хитриченко. Опа! Начинается! Первые признаки тантрического секса наступает. Дальнодействующий, долгоиграющий план Николая Должанского срабатывает. Самый бесстыжий человек на ринге. Ничего не стесняется и никого не боится. Вот тебе Беркова. Била, била, била и ничего не пробила. О, партер, я вам говорил, я вам предсказывал, что партер здесь будет неизбежно. Не понял. Все. Сторона Николая Должанского выбросила полотенце. Правда, она была не полотенце, а какой-то игрушка, как курица выбросила. А, не понял. Коля грамотно подготовился. При встрече с такой опытной звездой лучше не атаковать, а предохраняться. На, так ее! Будто похотливый препод помогает студентке получать зачет. О, Лена, это что получается? Ты только что дала Должанскому? А, в смысле, в нос. Ай, ладно, не бери в голову, как ты обычно это делаешь. Мы хотим сказать спасибо нашим спонсорам. Epic Fighting Championship благодарит за поддержку нашего официального партнера, компанию Alimbet. Получайте максимум положительных эмоций вместе с Alimbet. Ввиду технического нокаута победил боец из красного угла. Кто бы сомневался? Коля. Колян,
Скажи мне, пожалуйста, каково быть в роли живой груши? Слушай, ну, когда реально вот сексуальная дива тобой играет, фишка, типа, даже по кайфу как-то было. То есть ты сейчас получал удовольствие, что пилился? Я не заметил, что я пилился, я заметил, что как бы шла у нас нормальная игра с чувихой. Братан, то есть ты любишь, когда с тобой жестко обращаются, да? Да, такое бывало. Ну, давайте поаплодируем Николаю Должанскому. Как ему подыгрывать Елену Беркову? Молодец, красавица. Ну давай. Жизнь за эпик файтинга. Я вижу на самом деле, что ты бы еще был готов подраться, так как ты еще так максимально заряжен. Пару слов нашим зрителям и вообще в целом о нашем промоушене эпик файтинг. Как тебе? Эпик файтинг – шикарная легендарная площадка. Я давно размышлял над тем, чтобы здесь появиться. Счастлив, что я здесь сегодня, на этом замечательном октагоне. С исключительно красивым и обворожительным соперником в окружении достойных людей. Удачи, всем счастья, ура, эпик файтинг! Ладно, а давайте дадим слово нашей победительнице. Ребята, замечательно, пообщайтесь с нашей победительницей. Беркова, ну скажи мне, пожалуйста, каково тебе сниматься в фильмах в одежде? Прекрасно, могу без одежды, не вопрос. Нет, не надо, потому что нам хватило, мне кажется, Коля без одежды, на самом деле. Часто мужиков лупишь? Тех, которые поднимают руку на женщину, конечно, да. Их надо проучивать, всем рекомендую, чтобы неповадно было. Киркоров, ты следующий, ответь на мой вызов, если у тебя хватит смелости. И любого, кто решится бросить мне вызов, я готова вам ответить. Я королева ММА, Елена Беркова. Ну что ж, а состоится ли бой короля шоу-бизнеса с королевой ММА? Покажет только время и, естественно, Эпик Файтинг! Спасибо, Эпик Файтинг, за предоставленную возможность! Танец тантрический, сексуальный тантрический танец, вот эту вот движуху, можно нам для нас, чисто для пока, чтобы было? Под аплодисменты, ребятки! Умер! Бля, мне кажется, он помер, нет? Это экстаз, нормально все, не переживай. Экстаз, спасибо, ваша аплодисменты. Беркова! Беркова! Что ты хочешь сказать Берковой? Страшный сон. Что она крутая. Представь, что ты сейчас ей делаешь? Братишка, я ее посылаю в нокдаун. Заваривай чаек и открывай ВК-видео. Epic Fighting Championship уже там. Горячие конференции третьего сезона и красочные бои наших мастеров теперь не только на Ютубе. Оставайся с нами и обязательно подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте. Смотрите ВК-видео. ВК-видео – это только яркие спортивные трансляции, шоу любимых блогеров, фильмы и сериалы бесплатно на всех устройствах. То, что Дима говорит, типа, Коля Беркову, он только меня. Чтобы, так сказать, расставить все точки над «и», я предлагаю вам красиво в кадр, и это будет доказательно. Ватку только его убери. Отлично, давайте. Эксклюзив. Это эпик файтинг, ребята. Здесь только любовь, здесь только страсть. И побеждают только настоящие чистые чувства. Вот это поцелуй. Ваши аплодисменты. Epic Fighting Championship, третий сезон. Только любовь. Ну что ж, друзья, это третий сезон Epic Fighting. Самое чумовое шоу, самые эпичные бои только здесь, только в этом октагоне. Мы с вами ни в коем случае не прощаемся. Это самое начало. Вас ждет впереди самое мясо. Новые бойцы, которых вы наверняка еще не видели, а возможно видели, которые покажут свои новые скиллы. Ребятки, до новых встреч. Не забывайте про лайки, про комментарии. Конечно же, колокольчик. И мы счастливы!